Железная дорога, соединяющая Эфиопию и Джибути, сдана в эксплуатацию. Китайская железнодорожная строительная корпорация впервые выполняла работы за пределами Китая полностью по китайским стандартам и с применением китайского оборудования. Длина магистрали 751 километр. Она берет начало в столице Эфиопии Аддис-Абебе, конечный пункт – порт Джибути. Проектная скорость движения 120 км в час. Общий бюджет проекта 4 миллиарда долларов. В рамках обкатки 6 сентября по новой железной дороге на расстоянии 220 километров с максимальной скоростью 95 километров в час прошел тестовый поезд. Работа системы электроснабжения, сигнализации и связи призвана удовлетворительной. Напомню, что право на эксплуатацию магистрали в августе 2015 года выиграл консорциум с участием Китайской железнодорожной строительной корпорации и Китайской гражданской инженерно-строительной корпорации.